Этот праздник выражается словами «возвращение русского мира». Душевное спокойствие от того, что ты прикасаешься к своему прошлому, к своим истокам. Очень много детей и детские лица, они прямо как бы осветляют этот праздник, делают еще лучше. Это вообще наш любимый самый праздник. Какое-то такое окончание лета, такой итог. Приятный такой. Да, очень красочный праздник. Очень душевно, спокойно и радостно. Это праздник, когда человек понимает, в какой стране он живет, наследием чего он является.